Привет, друзья! В общем, немножко нарушила карантин, самоизоляцию. Знаете почему? Потому что я давно не пребывала возле моря, и мой организм начал чувствовать дефицит. Вот как бы смешно не звучало, да, вроде бы мы живем в Анапе, везде морской воздух, но это не совсем так. Все-таки иногда надо подходить к морю поближе, чтобы более насытить свой организм вот этими полезными макроэлементами. Но я сейчас не на центральном пляже, не в Витязево на Паралее, не в Анапе на центральном пляже, да, или на набережной. То есть я все-таки понимаю, что изоляция, она в прямом смысле, это изолированность от общества, от людей. И, собственно, что я и делаю, то есть я иду на один из таких полудиких пляжей, все равно в черте Витязева, это у нас улица Славная, вот здесь вот по сторонам можете посмотреть. Ну, сейчас она уже не совсем похожа на ту улицу Славную, которую я, например, помню. Я вот сейчас надеюсь, что я никого не встречу на море. Есть печальные новости из моего родного города. В моем родном городе сегодня подтвердили 3 случая. То не было, не было, а здесь сразу 3 случая подтвердились на коронавирус. И сейчас они в больнице. Это все не шутки, к сожалению. И надо беречь себя и своих близких. Исключить сейчас даже вот обыденные куда-то походы, только ради того, чтобы ни вы, ни вас, никто никого не заразил. Потому что это все опасно. Захотел тут самоизолироваться, прийти на пляж, где не должно быть людей. И впереди я вижу машину, семья выехала. Я не знаю, на шашлыки, не шашлыки. Но семья выехала на автомобиле прямо к морю. Даже несмотря на то, что здесь природоохранная территория, и здесь нельзя выезжать на море на машине. Ну, в общем, а я говорю, да, о какой-то самоответственности. Это очень сложно, да. Мы все пытаемся обвинять других, но сами за собой не замечаем каких-то вот этих вот маленьких моментов, когда мы сами же других людей подталкиваем, чтобы они поступали так же. Я не знаю, как бы давать оценку их действиям. Лучше бы они давали ее сами себе, но, как я вижу, они этого сделать не могут. Поэтому, друзья, если вы уже здесь, если у вас есть автомобиль, ну, припаркуйтесь вы, пройдите. Все равно ходьба, она полезна для здоровья. Вам действительно сложно пройти вот такое расстояние, которое я сейчас иду? Я не напрягаясь иду 4 минуты. И я считаю, что можно и 25 минут так идти, если я понимаю, что я ничего не нарушаю, я дышу воздухом, я занимаюсь своим здоровьем. Ну, видимо, кому-то очень сложно пройти 4 минуты, к сожалению. И поэтому они устраивают себе вот такие вот развлечения на море. Давайте я вас на несколько минут оставлю наедине с морем. Без моего голоса мы поставим статично камеру, чтобы она снимала красоту.
появилась актуальная информация, вот прямо здесь и прямо сейчас Вениамин Кондратьев подписал указ о том, что вводится на Краснодарском крае, на Кубани, комендантский час именно сегодня с 18:00. А это значит, что я действительно последний раз, не знаю на сколько дней, увиделась с морем. Имейте в виду, да, теперь карантин, и это уже прям официальное постановление, поэтому, наверное, будет и наказание для тех, кого увидят сегодня на улице после 18:00. Имейте в виду, предупрежден, значит, вооружен, поэтому оставайтесь дома. Теперь уже законно оставайтесь дома, а я, в свою очередь, прощаюсь с морем, надеюсь, что ненадолго. Жалко, что вот так, но, видимо, без этих мер никак, поэтому без надобности никуда не выходите. До 18:00 у вас есть уникальная возможность успеть все то, что вы не успели сделать до этого. Ну, а с вами была Светлана, пишите комментарии. Я надеюсь, вам понравилась такая небольшая прогулка на море. Подышали вместе со мной вот этим прекрасным морским воздухом анапским. И будьте у себя тоже дома, если будет возможность, с удовольствием покажем вам море, чтобы вы не чувствовали, что у вас его нет, и оно всегда рядом с вами. Всем пока-пока!